Всем доброе утро, дорогие друзья! У нас утро начинается с хорошего и вкусного завтрака. На даче это дело святое, так сказать. Жарим лаваши с крабовыми палочками, с яйцом, зеленью, с майонезом. Вот здесь у нас сырой, сейчас будет тоже партию обжаривать. Получается очень-очень вкусно. Такой вот, буквально немножко обжариваем до вот такой вот золотистой корочки с двух сторон. Горячий, сытный, быстрый, вкусный завтрак. Так что все те, кто собирается кушать, всем приятного аппетита. Пришли покушать на свежий воздух. Будем пить кофе, кушать лаваши. Мама вон с Настюшей гуляет. Ну, видишь, наша мандала уже старая. Или пусть. Ой, мы сегодня уезжаем, так не хочется вообще. Все-таки так классно на свежем воздухе, на природе. Это не то, что сидеть в квартире, так что если у вас есть возможность куда-то выехать за город, обязательно выезжайте. Это просто классно, это просто кайф. Боже, какая красота! Вы не представляете, запах скошенной травы прям сдалека. Ну, Сережка, ты, конечно, накосил. Как коса? Не нашла на камень? Нашла. Да? А чего? На того. Что ты квасок попиваешь? Ой, я тоже хочу кваску. Так а что, сломалось? А есть возможность сделать? Еще много косить? А там? Я начала там подметать, пока Сережа там закормляет. Какие свои гелятеры там? Квасок на даче лучший напиток. Так, а у нас время обеда. Мы идем кушать, пойдем на травку. Ходим с тарелками по даче. О, там можно и лука нарвать. Так, главное здесь. Все, будем кушать. Ты тут будешь есть, да? Угу. На мостике? Да. Ну, ясно. Так что всем приятного аппетита. Все, дорогие друзья, мы уже приехали домой. Как бы нам не хотелось уезжать с дачи, но дела, работа, вот. Мне, кстати, на губе здесь кто-то укусил. Такая вот краснота стала, видно, да? Так болит. Вот, пришли, уже стирка полным ходом. Я здесь вещи разбираю. Уже детская стирается. Настя уже в ходунках походила. Вот, Настюша пьет сок. Сейчас будет кушать йогуртик. Агуша перед сном. Вот, заказали доставку. Так что должна приехать с 6:30 до 20:30. Так что тоже покажу. Так, у нас 8:30 вечера. И к нам приехала доставочка. Закупились, так закупились. Так сказать, были на даче столько дней. И холодильничек опустел. Поэтому
сейчас покажем, что купили, и сразу будем раскладывать. Настюша сидит, кушает печенюшку. Так. А, купили майонез. Вот такой, Настюша, перед сном йогурт. Питьевой йогурт. Вот такой вот сыр. Треугольничку. Сметана. Творожок. А, смотри. Угу. Пипец. Привезли. Ладно. Так. Сергей ничего не успевает. Вот такой вот творог привезли. Творожную массу сладкую. Это для тостов. Мы хотим вот это. Так, далее. Молочко. Ой. Три вроде как я заказывала, да. Так, следующий пакетик. А, вот такую вот кашку. Хайнц с тыквой пшенично-кукурузная. Затем пшенично-овсяную с фруктами. Ватные диски. Так, это, Сережа, пена для бритья. Турецкая, кстати, какую-то первый раз увидели. Влажные салфетки. Сок. Сок. Это питание. Индейку с овощами. Ну, много сока разных я всегда заказываю. То есть одной какой-то именно фирмы не придерживаюсь. Так, еще одни детские салфетки влажные. Потому что на даче у нас вообще все и в машине. Быстро. Да. Брокколи. Масло вот такое новое какое-то, и мы не пробовали. Шоколадное. Обычное сливочное масло. Так, затем взяли абрикосики. Хочу завтра Настюше дать. Наш любимый тостовый хлеб. Так, это Настюша пюрешки. Кушай, Настюша, печенюшку. Так, опять же сок. Вот такую вот, кстати, вермишельку взяла, звездочки. Хочу Насте попробовать уже приготовить. Так, опять же пюрешки, пюрешки. Я люблю таких и таких беру. Кетчуп. Соки, соки. Когда это все закончится? А еще у нас дальше еще пакеты? Или это все? Все это знаю. Так, а в коридоре там же стоят. Так, это все. Вот такая. А, еще лаваш, да. Сейчас я посмотрю, мне показалось, там еще. Сережа, тут еще один. А, это для мусора. Все, дорогие друзья. Вот так у нас сегодня прошел денек. Так что увидимся с вами завтра. И всем пока-пока.